Итак, ориентир есть. Следующий танцевальный дуэт. Маргарита Дробязко, Повелос Ванагас. Воспитанники многих тренеров, но в последнее время очень успешно их тренирует Елена Чайковская, наш знаменитейший наставник. 30 лет опытна Маргарита и опытен Повелос, 31 год ему. Обратите внимание на то, как они подходят друг к другу по росту и на ярко выраженную так называемую реберность катания. То есть катание не на всей поверхности, а на ребрах, по дугам, влево-вправо, на внутреннем отрезке. Смотрим. Здесь вы не увидите ошибок, падений, заметных глазу, по крайней мере, потому что это танцы на льду, поэтому и возраст участников вот такой более зрелый. Здесь нет сложных прыжков, вращений, но, тем не менее, свои сложности, конечно же, есть. Итак, Маргарита Дробязко, Повелос Ванагас из Литвы. С 91 года они катаются вместе. Татьяна Тарасова поставила их когда-то в пару. Очень многие специалисты вкладывали мастерство, душу в этих танцоров. Тренировали их и Елена Масленникова. Кстати, она является и до сих пор одним из постановщиков наравне с Василием Клейменовым. Лилия Вангини, это, кстати, мама Повелоса, она является тренером сборной Литвы по фигурному катанию. Петухов, наш специалист, еще ранее. Бетти Каллоуэй, это тренер знаменитой британской танцевальной пары Торвилл Дин. Кстати, и сами Торвилл Дин также каким-то образом помогали, ну, в свое время, точнее, этому дуэту. Ну, и Татьяна Тарасова тоже. Кстати, у Дина они 2 месяца выступали в шоу. Первые в Литве обладатели бронзовых наград чемпионата мира, чемпионата Европы. Вообще первые медали Литве принесли они в 2000 году. В этом году на чемпионате Европы 4-ми они были. И они 11 раз очень опытные выступали на чемпионатах Европы. 11-кратные же чемпионы своей страны. А оценки вы видите. Они проиграли, уступили французскому дуэту и занимает сейчас 2-ю позицию. Первая оценка за технику, она, кстати, здесь важнее, чем оценка за представление, вторая оценка. Вот она, вторая оценка, она менее важна с точки зрения занятого в итоге места. Вот это только в обязательных танцах.